Где все, я, короче, по-моему, начал запись. Да, начал. С самого начала? Давай. Так, спасите ребенка от страшной бабушки в доме с привидениями и вы жить в... Несчастная вдова Джессика обнаруживает, что ее единственная дочь схвачена дьяволом и облачена демоническими духами и отправилась в дом с привидениями в конце улицы во время лунатизма. И теперь Джессика должна вернуть ее из особняка. Как только она войдет в помещение, стало известно о сверхъестественном присутствии. Существует старая страшная бабушка-ведьма, населенная вместе с бестелесными кровожадными духами покойного, которые, возможно, были бывшими жителями, поднявшимися из могилы внутри страшного дома, которые любят играть с детьми, и в конце концов они в конечном итоге мертвы. Но это не может случиться с Джессикой дочь. После обхода старого преследующего дома Джессика обнаруживает группу сумасшедших и смертоносных изгоев. Это анонс нового сезона сверхъестественного. Сумасшедших и смертоносных изгоев полтергейских существ, призраков, живущих внутри дома с привидениями. Нет никаких призраков. Призраков Эми, дочери, но она находит какие-то вещи в коридоре. Какие-то вещи, это вот эта вот игра. Мины собачьи. Теперь она должна следовать и решать загадку, находя ее путь в жуткое здание, сражающееся с страшной психопатой. Жуткое здание? Страшной психопатой. Страшная психопата? Страшной психопатой. Ну, страшная психопата. Вот. Старые ведьмы в доме с привидениями посреди фантомных убийств и ужасающей ужасной истории. История Джессики, чтобы собраться вместе со своей дочерью и бежать от зла, обладал древним демоническим дворцом. Страшно злая бабушка вращается вокруг мамы, пытаясь найти дочь в каком-то призрачном месте, захваченном злой ведьмой своими сатанинскими способностями. Не обращайтесь с злыми духами, найдите путь побега из дома с привидениями, доверяйте своим инстинктам, вам придется использовать все инструменты, которые у вас есть, чтобы завершить головоломку и разблокировать двери, обнаружив ключ. Скрытый где-то в структуре, это поможет вам выбраться отсюда. Злая бабушка, паранормальный ужас и жуткая игра. Действительно жуткая. Вы должны быть очень осторожны и в подсказках, и при небольших различиях думать логично о том, как быстро убежать из этого дома, наполненного средними призраками и злыми духами. Средними призраками. Так, а сейчас самые главные особенности игры Crazy Evil Granny. Высококачественная 3D-преследуемая домашняя графика. Страшная и напряженная атмосфера. По-моему, домашняя графика это немножко не так. Ужасы и интересные игровые уровни. Множество призраков, монстров и злых существ. Злые существа это разработчики этой дурной игры. Вы почувствуете ужас в своих костях. Ну, я уже чувствую ужас. Так что все нормально. Все так и задумано. Этот стройный дьявол дает крипы. Кого? Крипы. Тут так и написано. Крипы? Да. Тут так и написано. Можешь сейчас подойти. То есть стройный дьявол начинает майнить биткоины? Этот стройный дьявол дает крипы. А, стройный дьявол. То есть он приходит и начинает у тебя... И начинает сакшен. Стройный дьявол на твоем телефоне, с помощью сакшена добывает биткоины. Блядь. Захватывающие сложные комнаты, трудные головоломки и инновационные скрытые объекты, замки, ключи и еще вызов ждут. Вызов? Вызов чего? Ну. Вызов ждут. Великолепная графика и различные тематические номера. Ну они любят два раза про графику сказать. Да. Страшная атмосфера, высококачественная реалистичная музыка, высокое качество и реалистичная графика. Они уже три раза написали. Принудительные слои тайны. Загрузите игру ужасов дома с привидениями, наслаждайтесь сумасшедшей страшной тематикой игры на выживание и Google Play.
Действительно сумасшедший. 8 марта последнее обновление, версия 1.3. То есть это еще обновляется. Теперь я покажу скриншоты. Блин, ну судя по графике, над этим реально работали. Ну-ка. Даже. То есть, ну блин, это не выглядит как какая-то просто... То есть реально кто-то вот в это вкладывался. Ну, либо они отрендерили... Такая графика, ну, долларов... Ладно, ящиков водки... В чем считать, а? Какая тут такая валюта? Какая тут будет такая подходящая валюта? Если что, они финны. Я сейчас посмотрел. А, ну тогда да, ящики водки. Ну вот, короче, ну, 15 ящиков водки, думаю, вот на такую графику, конечно, хватит, но все же. Да, как-то фонарика надержит немножко не так. Это же надо было выбрать такой неудачный момент для скриншота. По-моему, я не знаю, честно говоря, ну, пипец. Все ужасно, кроме графики. Думала игроном, а оказалась фигня. Хочу поиграть, а вылетает на загрузке. Даже не скачалась. Няшка поняшка. Удалил за управление, не скачая. А то, бабуся, фигня. Классная игра, класс, классно. Игра, кстати, 16+. Так. Так, значит, американский гангстер средней школы. Стоп, а этот чувак, блин, это же из эти Були. Да. Були. Ну-ка, сейчас зачитаем. Були школа ошиб. Будьте жутким гангстером, а ты хотя сумасшедшие действия средней школы. Приключенческая игра То средний, то старший, блядь. Это все о сумасшедшем действии, которое можно выступить в школе для подростков, чтобы стать самым сумасшедшим, злобным и спорченным матросом. Может кто-нибудь включить Pump It Up Kick? А, точно, я сейчас включу, стойте. Сейчас найду. Pumped. Стой, не читай, пока я сейчас найду, и тогда будешь читать, потому что это надо читать именно. То есть, про что у нас была игра Були, да? Ты, ну, типа, это GTA, только вот в школе, да? Только за жирного подростка. Да. А теперь представь, что она не то что под спидами, а еще и вот. Господи. На что, ну, Дим, вот, можешь мне ответить немножко более серьезно на один простой вопрос. На что мы тратим свою жизнь? У нас недавно был выпускной, а теперь приперлись домой, и вот нам было нечего делать, да? Ну, мы сидели, смотрели про плохие игры в АВГН. Хорошо, это норма. Всякое говно, да? Дальше я вам решил показать кое-что из Pixel Dungeon, да? Новые моды на Pixel Dungeon. А потом что-то вот моча в голову ударил набрать пиздец Супер Байкер 3D. И все, и понеслось. А, во. Right Version. О! Вот сейчас будет это... охуенно. Да, вот под это будет еще интереснее. Ну-ка, давай, подрывайся. Эй. Давай. Я, конечно, понимаю, что ты... Винта зависла. Это слишком правильная версия. Да. Ой. Короче, изи все. Сейчас, подождите, мужики. Все, тебе пизда. Да подожди, блин. О. Ты не трогай там ничего, а то... Читай. Так. Пусть злые ученики кампуса города имеют вкус своего лекарства в этой игре в гангстерской школе криминального города. По-моему, они будут иметь не совсем вкус лекарства. Я знаю, да, видео, которое также начинал. Это не любовная история студентов в школьные годы. О! Вот я говорил! Уже гомосятина пошла. Так,
а плохая карма их собственной судьбы. Не раздевайся. В дом будешь ждать. Перед лицом пресмыкающегося преступного гангстера в старшей школе, продолжающего наследие его отца-выпускника из-за его злых действий. Живите жизнью средней школы и отомстите банде в этой американской школьной игре. Так это пиндосы во всем виноваты. Ну-ка, найди Украину. Точно, стоп. Где ты там... Где ты сейчас там остановился? Вот. Так. Давайте-ка... какая сочная задница, да? Да-да-да-да-да-да. Сейчас, давай, загружайся. Пожалуйста. Вот. Ну, кстати, графика, в принципе, выглядит неплохо. Ну, смотри, казалось бы, при чем здесь Украина? Так это все пиндосы виноваты. Смотри. Вот казалось бы, при чем здесь Украина? Желтый, синий. И почему руки какие-то, я не знаю, это... Это из КС-ки. Чё не так? Не усики, а пропуск в трусики. Почему у него Galaxy Note, короче? Или чё это? Я не думал, что им Samsung разрешение давал, чтобы вот в этом у них был... Здесь даже Samsung написано, нет бы хотя бы бренд убрать. Они просто взяли и... Просто взяли... Ну, а там вот казалось бы, при чем тут Украина, да? У нее лица нет. Окей. Вот казалось бы, при чем тут Украина? Казалось бы, при чем? Ой, бля. Вот найди Украину. Он телефон пытается спиздить. Вот, блин, я думал, здесь яблочко будет. Че это за древний ноут? Какие интересные разъемчики. Вот если... Воображение прекрати. Ты... Смотри, куда он тянет руку и... Это называется, когда и пиздишь телефон друга, чтобы скачать ему гачи. Чё у тебя с рубашкой? Чего ты размазываешь? Ой, господи. Этим можно прям размазывать. Этим можно, да. Можно умер, мужик. Ой, блин, да, вот казалось бы, при чем здесь Украина, а? Так, окей, продолжим. Продолжаем разговор. Так, в этой американской школьной игре планируете свой побег в различных сложных ситуациях. Разбейте все и заборуйтесь, бегите с подругами старших классов и друзьями в уличных играх. Борьба с боссом и увернуться от него. Вы лучший школьный гангстер. Блять, у меня уже язык отнимается от этого говнища. За плед языкается. Планируйте свое выживание по ночам. Спасите свою команду, атакуйте безопасность на фронте Академии. Украдите сумки студентов, повесили... Я сначала прочитал, как повеситесь. Так, повеселитесь с учителями. Так, а как повеселиться с учителями? Тебе этот расскажет лысый из Бразерс. Так, и мониторами зала патрулируешь коридор школы в городе Вегас. Школы в городе Вегас. Да блин, у них то там Вайс-Сити, то город Вегас. Не, Вайс-Таун. Вайс-поселок городского типа. Да. Ударите их тяжелым оружием. Это отдельное предложение. А про графику, ну-ка. Не, подожди, это только половина. Играя в школьную жизнь в американском городе, убивая полицейских охранников, таких как преступные мафиозные ло... Так менты теперь еще и бандюки. Преступные мафиозные. Блять. Преступные мафиозные школьные охранники. Поднимает ваш опыт полицейских разбойников. Место преступления Лос-Анджелеса. Блять, то это Лас-Вегас, то это Лос-Анджелес. Вы там определитесь уже, блять. Какой-то Сан-Андреас, блять. А там был Сан-Андреас, и это Человек-паук Сан-Андреас, точно. И он в городе Вайстаун.
Да-да-да-да-да-да-да-да. Там сейчас что-то было. Так, удар А, стоп, это я уже прочитал. Большой мафиозный военный город, где выживание, безусловно, сложно от сумасшедших гангстеров и экстремистской полиции. Украдите домашнее задание. Топ-5 преступлений года. Украдите домашнее задание. В сокурсниках. Разбейте шкафчики безопасности в поисках различных задач, украдите бумаги из главного офиса и пройдите по коридору. Обходите монитор зала школы, это уже какой-то 1984. Да, да. И не поймайте на пути камеры. Большой брат видит тебя. Не сделайте слишком много внимания к себе и не позволяйте никому жаловаться на директора о ваших секретных охотах. Охота крепкая. Сумасшедшего приключения в этой американской игре в гангстерской школе. Вы попали в тюрьму в качестве штрафа за свои дисциплинарные меры. Вскрылись и убежали из кабинета. То в тюрьме, то в кабинете, блин. Пиздец. То в школе, то в Лос-Анджелес, то где-нибудь еще. То в Лас-Вегасе, то... Блядь. И убежали из кабинета, пока учитель спит, уничтожая камеры кампуса, чтобы стереть кадры из ваших записей. Будьте порочным преступником в старшей школе и приготовьтесь к какой-то большой радости. Не сами. Саня, проснись, ты обосрался. А я и не спал. А я играл в Були 2. Основные характеристики. Школьная 3D-графика. Увлекательная. У нас была высокоточная, у нас была домашняя графика, теперь она школьная. Увлекательные миссии школьной жизни. Захватывающий и сложный игровой процесс. Потрясающий и высококачественная 3D-графика. Комбо! Гладкие, простые и интуитивные элементы управления. Опять. Гладкие элементы управления, да. Что нового? Оптимизация. Оптимизация — это самое главное. Спасибо, хоть не в жопу. 16+, явное насилие. Ну да, это насилие над нашими глазами. Ну чё, там всё, да? Да. Здесь. О, господи. Главное, есть еще одна игра. High School Bully Teacher Gunstar Game 3D. Здесь же. Причем здесь прям вот... Прям даже... Они... Угу, они... Я видел. И, его... по-моему, вообще насрать. Ох, как у него ебало-то перекосило. По-моему, им на бренд вообще настолько насрать, что я не знаю даже, что... Да, что-то... Рожицы здесь, конечно, какие-то такие, знаешь. Ему явно нравится вот это вот делать. Это гач. Я, в принципе, не удивлен. Медь султана воина. Ну-ка. Так, теперь я. Угу. Выживание эпического героя-истребителя. Победите свое соперничающее королевство. Соперничающее. Командируйте верховное полчище и пробивайтесь к арене битвы. Устраните ваших врагов и оставьте их. Покоряйте королевство с доминирующей армией. Атака — начала хаос между людьми королевства. Султан — герой, отец которого был убит его дядей, чтобы захватить королевство. Дядя султана позаботился о нем с момента его рождения. Теперь пришло время султану отомстить отцу. День Семенестора поздравляется с помощью партнеров. Властелин престола. Сексуальных, что ли? Властелин престола. Это как Властелин конец, и игра престолов одновременно. Властелин престола приказал воину султана провести мощный удар против врага вместе со своими войсками и рыцарем. Нападение и победа, чтобы получить славу. Насладайтесь этой забавной, захватывающей игрой с истинным истребителем легенды. Дёха, вайт, NXTM, конфликт, мелем, султан, воины, соперники.
Правила царства в миссии спасения выживания. Прежде чем они даже попытаются убить вас. Войдите в реалистичный мир разрушений и выиграйте войну. Побег и борьба в Султане, воин, месть, выживание, приключения. Испытать самую захватывающую боевую игру султана воинов. Будьте готовы к любой ситуации. Боритесь, чтобы выиграть битву против зла. Рассказ о его миссиях выживания в королевстве поистине эпический. Пережить самые опасные проблемы, которые приходят вам на ум. Сделайте стратегию, как выжить против всех ударов и нападений. Султан Сурвайвал, боевая игра. Это игра для выживания все о битве. Борьба с войной, как настоящая легенда героя. Распространяйте ужас со своей опасной атакой, стрельбой, шпионом, убийцам и навыками эвакуации. На этот раз атака сильнее. Стреляйте и убивайте тех, кто будет вашим дедом-лордом. Вот и умер этот Максим. И третий, убивайте... Хуй остался с ним. Кто будет вашим дедом-лордом? Дед Максим. Убежитесь от удара, как настоящий герой, и возвращайтесь, чтобы управлять королевством. Играйте с героем в погоне за соперниками. Проникните и убейте, чтобы стать последним воином легенды и убийцы. Играйте султан воин месяц, чтобы управлять королевством. Интересно, основные характеристики. Ну-ка, сколько ставишь на то, что здесь есть несколько графики пунктов? Итак, интересная игра. Угу. Восхитительный интуитивный контроль. Ну да. Потрясающая высококачественная 3D-графика. Захватывающая и оспаривающая миссии верховой езды. Удивительный городской город и среда пустыни. Городской город. Масло масляное. Борьба с боевыми и мечами. Миссия по боевой битве. Войны. Эпическая и высококачественная 3D-графика. Два. Да. Пизда. 16+, версия тоже 1.3. Здесь у всех игр версия 1.3. Походу, я не знаю. И графика здесь 1.3 точно... 1.3 это 13, а 13 это несчастливое число. А это еще понос. Невероятный героический. Снайперская древомиссия. Scary Clown Escape. Легенды героев борьбы. Какие-то голые мужики. Выживание героя злого соседа. Мне это уже нравится. Посмотри. А? Вот, я думаю, это подразумевается, что вот это вот это злой сосед. Ну хули. Герой злой соседа. Ну хули. Герой эпическое приключение злого соседа в таинственном особняке и будьте ге. Ем. Твой брат и сестра были похищены злыми силами в городе. Найди их в соседнем доме с привидениями и убежать с ними с места. Решите эпическую загадку, чтобы двигаться дальше в злой особняк выживания призраков. Найдите ключи от дверей и переместите свой путь от электрических препятствий в зону опасности для жизни, переключив главный концентратор. Следуйте по карте в доме с проклятым доме злого духа. Следуйте по карте в доме с привидениями и разными намеками, чтобы решить конечную тайну и найти своего возлюбленного в соседнем преследующем проклятом доме злого духа, обитающего в особняке. Борьба. Возлюбленного. Да. А главный герой мужчины. Да. Ей! Да. Вообще он сначала искал вроде брата и сестру в соседнем доме, похищенного неизвестными силами. А потом искал возлюбленного. Да, инцест сделал. Инцест дело семейное. Ну, борьба свой путь в особняк резидентов спиртных напитков. Если вы бесстрашный игрок, вы столкнетесь со своими фобиями в ужасном злом доме с привидениями. Следите за любыми живыми паранормальными действиями убийцы в доме убийцы и избегайте столкнуться со злыми духами, замаскированными ведьмами в битве за выживание. Вы не можете определить ангела и демона в этом доме призраки, лучше всего не встречаться. Зарабатывайте войну злым врагам, преследуемым духовного дома, выиграйте битву за всю жизнь, сражайтесь с убийцем, страшным душами зла. В течение долгого времени злые духи и силы захватили соседний город в самых темных союзниках, чтобы найти вред и контролировать человеческий вид по соседству. Лишь немногие из людей выжили из своих опасных смертоносных когтей. Это шанс для вас стать героем города, и вам нужна семья героев. Не смотрите на страх перед своим злым врагом-демоном, потому что она похожа на соседа сатаны в городе героев. Выжить в суровых условиях вокруг злого дома с привидениями, чтобы спасти вашу семью. Убейте и напугайте всех соседей призраков, вы почувствуете ужас в своих костях. Выжить в темной ночи... Опять ужас в своих костях. Уже второй раз. Угу. Выжить в темные ночи, в злой подземелье и быть героем, которого ваша семья хочет, чтобы вы были в этой важной, сложной игре миссии по выживанию. Миссия по выживанию героя – последнее средство для сумасшедшего злого соседа, подобного вам, чтобы спасти мир от злых сил. Если вы попадете в злую паутину призраков и зомби-дома с привидениями, смерть – это единственное желание, которое вы могли бы иметь в своей жизни. Я уже имею смерть желания. Ты семья героев внутри, ждет спасителей и жалеет, что они никогда не приходили в этот город. Планируйте идеальную миссию выживания в этой миссии злого соседа.
Ключевая особенность реальная 3D-атмосфера ужасов. Высококачественная графика. Страшные уровни и звуковые эффекты. Призрачная деятельность FPS с фонариком. Захватывающий геймплей. А-а-а. Графики второй раз нет. Ну это уже прогресс. Версия 1.6, а не 1.3. Да в войне прогресс. Вот это обалдеть. Ну-ка, что тут у нас есть такого интересного? Ну-ка. Ну-ка. Романтовская война, окончательная эволюция. Modern Combat, там FPS, Boost Driver. Автобус вождения. Город Поседа, герой против ган... О, господи, это что? Это... Гангстер Броул. Я сначала подумал, что Ховерборд, герои битвы, супермаркет, тюрьма, побег, миссия выживания. Ну да. Ну что, погнали? Да я посмотрю, что это вообще такое. Стоп. Хаусе это типа тошнота переводится. В смысле? Ну. Там написано не хаус, а хаусе, а это типа вот блевота, короче. Не показался или нет? Да, хоррор, блевот. Ну, правильно, тот еще понос. Страшная злая бабушка, блевотный хоррор. Ну, я уже не знаю даже, когда это реагировать. Ой. О, стереозвук. Ой, как лагает. Нифига себе, ты мой спаситель. Ему грим. Так. Ну, оно пролистывается. Ему грим. Да. Кыш. О. Пока что вижу только то, что здесь текстурка обрезается. Смотри. Здесь тоже. Да, вот здесь вот она обрезается, вот так. Так. Что здесь не так? Это как? Это кошмар. Там так и написано. Кошмар. А вот кнопка движения, то есть. Только вперед. Вот так вот. Ни шагу назад. На самом деле, наверное, можно повернуться назад, но этого надо. Поворачиваешься назад, а там красноармеец с пулеметом. Ой, блин. Это звуки из Майнкрафта вообще. Чё? Эта хуйня застряла в переле. Я даже не знаю. Я точно уверен. Это как это кошмар. Да, это кошмар. Ну, это тот еще понос. Телятиной поносился. Ну, это второй уровень. Вася там. А что, ты домой что ли хочешь? Да. Ты просто посмотри на эту красотищу. Короче, я решил скачать страшную бабушку. А в итоге скачал рекламу. Вот. То есть, ну графон здесь нормально, здесь над графоном реально кто-то работал. Подожди. Ебало. А, здесь еще четвертый уровень.
А представляешь, ночью такое играть? Смотри, сальтуху крутит. Какая-то травка из бесконечного лета. Это, знаешь, листочек на логотипе? Ага. Все, давай 10 уровень. Ничего, народ, погнали. Вот это даже, мне кажется, интереснее. Смотри, текстурка обрезается. Вот здесь. Знаете, и вот здесь. Здесь. Ни хрена. Что? О, хуя. Вехере. Где-то вот такие. Уходи. А, это тоже кнопка движения. Нет, это не кнопка движения. Это... Я что, сдох? Видимо, да. Че, серьезно? Да. Так, короче. Снег с мной поносился. Игра, которая называется вот «Жуткая злобная бабушка блевотный хоррор». Вот это вот слово переводится как «блевотина». Вот это вот, пожалуйста. Я. В Майнкрафте есть такой эффект, это тошнота. Угу. Ну, данные, я не хочу, чтобы у меня что-то оставалось от этого. Уйди, пожалуйста. А теперь кто-нибудь может сказать, вот как? Все. Давай.